вот так. Я говорю, оп, ты в этот момент, да, разворачивайся. Да, я забрасываю вверх, забрасываю его высоко, удобно для себя. И сам решаю момент касания, что ты делаешь. Либо ты, либо краб около себя, рядом. Давай, 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 ну что ты, ё-моё. Более живая ситуация, которую можно доработать. Что после этого? Выбирайте рука. Партнер принимает его. Вот у вас второй мяч. И вы его набрасываете где-то амплитудно, удобно перед ним. Перед ним. И он должен дойти после защиты. Делать хорошую передачу. Нет, наоборот, все. Дойти сделать передачу, вот где-то вот так набрасывать. Если я решил, что буду бить. Если я решаю красить, да, вот оп, поворачиваюсь, я травлю, он кашет его. Второй мяч, сложная передача. Наброс. И так опять же, там, да, не дай мне все, если бы он там порвал свои ноги, там передача. И он должен доработать его передачу за голову. Самое сложное.